Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Роман Криптомен. И сегодня у нас будет новый видеоролик, обзор проекта Trendex. Мы разберем полностью данную платформу, сделаем ее анализ, разберем с вами прибыльные стратегии, как здесь можно зарабатывать и удваивать нашу прибыль. Я надеюсь, что видео вам понравится. Ну а мы начинаем! Итак, ребята, сейчас мы перешли на саму платформу Trendex. Мы находимся на их официальном сайте. Ссылка у них начинается с App, то есть это, ну, более как приложение идет. Вот. И здесь мы сразу можем ознакомиться с их платформой. Видим сразу, что они используют очень много количества проектов. Тут Twitter-колов у них 35707. Более 11 тысяч проектов ждут вашего голоса. Ну и также вы сами можете предлагать здесь, подавать, то есть, свои проекты в умные денежные сигналы там и так далее. Вот, здесь ведутся обсуждения. То есть, в чем смысл самой, да, платформы, ребята? В том, что вы здесь зарабатываете вместе с остальными людьми тем, что обмениваетесь, так сказать, информацией. Это не просто биржа какая-то. Здесь люди подают свои сигналы, вы можете оценивать их по тому, ну, то есть по характеристикам, по области, то есть по изменениям цены токена, по его капитализации, по держателям, то есть вы можете узнавать всю информацию. В том числе вам будет выбивать процент прибыли, который принес данный токен в течение там суток, и вы можете также потом перейти на CoinMarketCap, например, посмотреть, узнать сеть данного токена и так далее, то есть... Это очень и очень круто, ребята, потому что здесь вы можете узнавать просто множество проектов. Вот идут у нас снизу умные денежные сигналы, как видим. Человек, то есть аккаунт кошелька, да? Ну, нет, нет. Вот, то есть видите, есть сразу адрес контракта самого токена. Вот, вы можете его, то есть, скопировать и просмотреть. То есть видите, вот сейчас... новый добавился. Ну, тут всякие. Тут могут быть и большие токены, такие как Arbitrum выдавать, как видите. Вот. То есть сам токен просматриваете. Вот Lux, например, да. Можете видеть объем и процент прибыли, который он дал. Вот Profit, смотрите. И WinRate. WinRate, как видите, ребята, это коэффициент выигрыша. По одному ВТ, типа, судится. Идет у них тут отслеживание трендов. То есть настроение в Твиттере от людей. То есть зависит, как люди, типа... дают позитивный или не. Вот, например, вот биткоин, естественно, довольно позитивный, довольно сильный, кадена сейчас нейтральный, эфириум позитивный и так далее. Также тут есть не только криптовалюта, но и также NFT. По NFT также, вот видите, что бывают довольно позитивные оценки, нейтральные, довольно отрицательные. Вот, опять же, вы можете, то есть, оценивать по мнениям людей, таким образом оценивать, куда вложиться, а куда нет. Twitter Sentiment, то есть гоночная трасса, также идет. Вы можете выбрать и довольно позитивный, очень позитивный индекс, ребята, довольно позитивный индекс, то есть и так далее. То есть по всем токенам просматриваете, изучаете, обязательно перепроверяете информацию, сами там, потому что, как вы понимаете, когда вы будете вложить свои деньги, ваша цель тут будет заработать. Финансирование последних проектов идет у них, когда было финансирование и какими было это сделано фондами. Например, видим Arbiter Finance, да, 10 января была инвестиция от OKX Ventures, от RP Vicino, от Skyland и остальных даже проектов. Вы можете просмотреть полностью статистику их твиттера, можете, то есть, просмотреть популярити, новости, которые о них пишут, и всех. Вот, видим, что тут даже есть Musk Network, Basis Ventures, Cash Global, Zonf Partners, ну, то есть, очень много проектов фондов вложилось. Как вы понимаете, ребята, фонды не влаживаются в какую-то хрень в основном, поэтому если в проект вложатся фонды, это идет в плюс, на заметку. OKX Ventures, как видите, вложил еще Polyhedra. Вот, можем просмотреть дальше, то есть Attitude и так далее. Ну, то есть вы поняли, ребята, рассматриваете свои проекты, смотрите, какие фонды в них вложили деньги. Если эти фонды вам нравятся, то вы уже можете брать проект на заметку. Вот. Вот здесь, кстати, ребята, вы можете прочитать комментарии экспертов. Потому что, ну, это люди, которые, как вы понимаете, хорошо зарабатывают, и они могут делать свои исследования Trendex тут. Вот, они могут свои писать исследования, а вы можете их, естественно, просмотреть. Вот, запущена альфа была. Скоро в продаже какие токены, то есть это
те, которые дата запуска, вот указано, следовать за китом. А киты, как вы понимаете, ребята, это те люди, которые вкладывают огромные уже деньги. То есть это успешные люди в криптовалюте, самые такие крутые инвесторы. Вот, и также вы даже можете разместить свой, как я сказал, потенциальный проект. Вы можете находить и выводить в интернет более качественные проекты, использовать преимущества DAO. То есть любой пользователь может переставить проект, который, по его мнению, имеет потенциал, и попросить всех продолжать, чтобы определить, хорош ли проект или плох. Скаут, подавший проект и прошедший проверку, имеет право и обязанность поддерживать и редактировать проект. Если проект позже появится на IDO или NO на платформе Trendex, скаут, нашедший проект, получит долю в сборе средств. Ребята, это очень и очень важно. Вы можете, ну, очень хорошо даже заработать с проектом в случае, если найдете, ну, предоставите хороший проект какой-то потенциальный. И в таком случае вы будете зарабатывать вместе с Trendex. Вот, и вот здесь специально у них форма есть, предложить можете качественный проект, а также привлечение специалистов по поиску талантов. Вот, сама форма, видите, тут Sambit, Project Sambit написано. Вот, сначала я перейду сюда, здесь как стать, открыть набор скаутов, то есть станьте искателем талантов, вот, и так далее. И, видите, вы можете прочитать сами права, то есть узнать ограничения по времени и льгот и требования. То есть, какие требования нужны, вот, для того, чтобы, ну, как бы, начать здесь зарабатывать. Также у них есть, ребята, преимущества, естественно, к размещению токена. Доход от ставок, увеличенный реферальный доход и так далее. Ну, вы понимаете, то есть, это то, что проект предлагает уже тем, кто предлагает сюда свой проект. Но здесь есть также реферальная программа для обычных, то есть, пользователей. Во-первых, для того, чтобы ее получить, вам нужно для начала вот здесь подключить кошелек. Нажимая подключить кошелек, вы выбираете, какой именно вам нужен. Например, сейчас мне подходит MetaMask. Вводите здесь пароль. Вот, ввели пароль. Выбираете аккаунт, который вы хотите, да, добавить. Подключаетесь. Подключение было выбрано, меняйте сеть, все. Вам после этого выскакивает, ну, естественно, подпись сделать, войти нажимаете, все, ваш кошелек подключен. И теперь смотрите. Нажимаете здесь «Пригласить друзей». И вот, выдается ссылка для приглашения. За каждого человека, который зарегистрируется и привяжет Twitter, вы получаете награду в 200 баллов. После чего будет airdrop для пользователей с очками активности. Когда токен будет официально внесен в список, количество токенов, которые вы сможете получить, естественно, будет зависеть от количества приглашенных вами людьми и от токенов. Вот, смотрите, правило приглашения. Приглашаете человека, он регистрируется в Trendex, ссылка на Twitter, получаете награды. И все, тут у вас же будут все приглашения. В любом случае, я думаю, есть смысл попробовать, если вы знаете много людей, или вы тоже блогер, у вас своя аудитория, то, пожалуйста, ребята, копируйте свою реферальную ссылку, рекламируйте, то есть и набирайте, потому что Trendex это очень крутой проект, как вы видите. И, естественно, токен будет хорошо торговаться, и будем надеяться, что мы сможем тут хорошо заработать вместе с вами. Итак, ребята, давайте поговорим о их следующей функции. А именно, они объединили искусственный интеллект с миром криптовалютной торговли для того, чтобы создать платформу, которая станет мостом между старым и новым интернетом, то есть Web2 и Web3. Их идея заключается в том, чтобы пользователи смогли торговать, инвестировать и исследовать проекту с помощью искусственного интеллекта. Да, ребята, на Trendex есть два ключевых модуля – отслеживание трендер и интеллектуальная торговля. Все это позволяет получать персонализованные рекомендации, основанные на анализе различных данных от рыночных тенденций до социальных настроений. А самое крутое то, что благодаря интеллекту AI вы сможете зарабатывать. Таким образом, ребята, выглядит у них их Twitter-страница. Я рекомендую вам, естественно, подписаться на нее, я уже подписан. Здесь они постят очень важные анонсы, которые происходят с их проектом. Например, 8 января они запостили то, что привели начальный раунд финансирования в размере 1 миллион долларов, ускоряя инновации в сфере умной торговли в Web3. Также они вот новые партнерства, интеграции, например, вот было партнерство с AlphaNet, вот, ну, запостили, кстати, не просто Trendex, а также AlphaNet, но опять же, в их твиттере это отображено.
проекты по тренд индекс, которые вот имеют самое большее настроение и так далее. Очень много важной информации. Иногда тут проходят даже всякие, могут проходить маленькие конкурсы, ну, в Твиттере их полезные, потому что они не просто постят только анонсы, они постят всю важную информацию, связанную с проектами. Вот, инфографики, их планы, новые партнерства и их обновления. Поэтому я рекомендую вам обязательно здесь оформить подписку и следить за ними в Твиттере. Сейчас на данный момент у них уже практически 46 тысяч подписчиков. Вот такой у нас вышел видеоролик, ребята, по проекту Trendex. Разобрали их платформу, сделали анализ самого проекта, разобрали также стратегии, как здесь можно сейчас заработать. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, переходите на саму платформу, а также на их социальные сети по ссылочкам в описании. Ну а я желаю вам удачи. Всем пока!